автомобиль пятнашка, снимаем коробку. Коробку мы зачем снимаем? Хозяин приехал, говорит, сцепление что-то щелкает. Значит, такая была система. Сцепление выжимаешь, оно идет почти до конца, и в конце такой щелчок и срыв. Вот. Ну, грешили там на сцепление, на выжимной, на корзину там, как бы на все. В итоге оказалось что? Что вот в итоге оказалось? Вот, в итоге оказалось, что вот этот вал просто не смазали. Где-то выработка, помнишь? Выработка, да. Вот просто вот этот. Вот набил. Вот этот вал. А что тут ее снимать? Мы сейчас расскажем, как ее быстро снять. И безболезненно. Значит, что надо? Надо открутить шаровые с одной стороны, со второй стороны. Для того, чтобы спокойно отвести колеса, вот, и выдернуть привода. Вот привода выдернули и подвязали их. Вот этот, эту тягу тоже открутили. Двигатель поддомкрачен стойкой. Вот. Что остается? Сверху, значит, стартер открутили. Открутили два верхних болта. И остается только вот эта подушка. Ее в самый последний момент откручиваем. А, тягу, да? Троса сцепления тоже сняли. Да, трос сцепления. Вот, остается только вот эта подушка одна держится. Вот, ее в последний момент откручиваем и просто снимаем, вынимаем как бы коробку. Сцепление вот тоже менять. Видишь, не отходил, видишь, какие эти. О, да. Из-за того, что стер был тоненькие стали. Из-за того, что за вот этот. Ну, видишь, что за то. Блин. Выжимной не отходил. Вал не смазал. Из-за того, что вал не смазанный, да. Выжимной держал здесь подшипник долго. Вот, да, вытерло, кстати. Менять по-любому. А так, ну, а менять, так все нормально. Менять. Ну, есть новый комплект сцепления, будет установлен. Так что смазывайте вал обязательно. Иначе, блядь, останетесь в один прекрасный момент без сцепления и все. Ну, надо еще что-нибудь сказать. Вот такой автомобиль. Ладно, не будем долго тут рассусоливать. А то посмотришь видео, блядь, 25 минут, а, блядь, толку вообще ноль, блядь. А мы в короткие сроки, блядь, самую важную инфу выдаем. Всем удачи, на дорогах, пока.